Это участок, где когда-то было рассыпано удобрение предыдущим хозяйством. Удобрение было сложное. Просто хочу обратить внимание на то, это яровая пшеница, и как она себя ведет именно в этой полосе. Какой здесь колос, какой лист, какая высота. Такой вот колос. Причем в каждом колос даже похож на озимую пшеницу. Колос мощный. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Где-то 22 колоска. В среднем по 3 зерна в колоске. Колоски есть по 4 зерна. Причем это средние колоски. По 4 зерна. Да, есть по 4. Раз, два, три, 4. Даже есть местами и пятая формируется, но не получается. Только насколько влияет удобрение, агрофон на урожайность. Толстая соломина. Это край. Не хочу сказать, что у нас поле выглядит как все, что тут на краю. Нет, в поле тоже все неплохо. Конечно, тут потенциал чуть поменьше, но близок там. В основном мы все это поднимаем за счет азота. Но вот так вот наше поле выглядит. То есть у нас где-то средние тут по 3 зерна. Средний колосок. Ладно.